День Святої Трійці – саме так називають одне з головних християнських свят, яке у православ'ї входить до числа 12-х. Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм вознесінням на небеса. Так це свято є нагадуванням для християн про три відомі прояви Всевишнього у вигляді Бога Отця, Бога Сина і Святого Духу. Кожен чоловік, який і сьогодні є членом церкви, або чоловік, який йде до Бога, или человек, который, может быть, испытывает какие-то искушения и соблазны на этой дороге, должен помнить, что благодать Святого Духа, которую мы получаем при Святом Крещении, она будет нас укреплять, и даже если какие-то в жизни нашей или в церкви происходят вещи, которые мы не понимаем или которые нас смущают, мы должны помнить, что Дух Святой, который сошел на святых апостолов, Дух Святой, который сошел на нас в купели крещения, это тот великий дар, и та великая сила, которая нас никогда не оставит, и благодаря которой мы преодолеем все свои житейские неприятности. День Святої Трійці у народі також називають «зелена неділя». Зелёный цвет – это цвет жизни, зелёный цвет – это цвет вечности, и поскольку вот как бы в День Святой Троицы мы признаем и исповедуем, что Церковь Христова, она создана вовеки, и сам Господь говорит, что врата ада не одолеют ее. Также вот и вся природа, которая к этому времени уже расцвела. У давнину, в День Трійці, господині готували святкове застілля, за яким збиралася вся родина. Люди вбирались у святковий одяг, сідали в хаті і чекали, поки вдарять церковні дзвони. День Святой Троицы надо начинать, конечно, с молитвы в храме. Накануне обычно, я помню с детства, мы всегда украшали свой дом зеленью и на пол разбрасывали какие-то там и аир. Ну, конечно, самое главное – церковь. Даже если человек не может утром прийти на богослужение, то обязательно каждый должен в течение дня прийти в церковь, помолиться перед иконой Спасителя, перед иконой Святой Троицы о том, чтобы и нас Дух Святой укрепил. Після церковних урочистостей молодь збиралась разом і починала розваги. Пісні, жарти, хороводи. Свято тривало до пізньої ночі. Зараз Атріан, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон плюс».